В наше сырно-овощное ассорти мы добавим морепродукты. А в качестве главного ингредиента я буду использовать икру мойвы в соусе с кусочками лосося. Икра мойвы богата белком, который легко усваивается, содержит богатые витамины и минеральный комплекс и незаменимые аминокислоты. А соус с кусочками лосося придает деликатность вкусу икры. Так, теперь, Андрюшенька, вооружаюсь такой вот чайной ложечкой и обратной стороной ложки. Таким образом, аккуратненько выкладываю икру. Миксик будет, да? Конечно, конечно. Изумительно выглядит. Скажи. Очень празднично. А как это еще и вкусно, Андрей, да? Ты узнаешь. Но я надеюсь, что будет еще вкуснее, потому что кое-кто обещал еще миди. Если кое-кто обещал, значит, они появятся, Андрей. Да. Конечно. Опять вот так? Так. Пиш, и миди. Давай попробуем, давай попробуем. Давай. О, видишь, спецэффекты пошли, давай. Вот. Вот. Появились, отлично. Пожалуйста. Отлично. Так. Теперь ложечкой аккуратненько выкладываем миди в хаотичном порядке. И теперь обрати внимание, теперь очень аппетитно выглядит, скажи. Это очень перспективно. Да. Мидийка сбежала немножко. От нас еще ни одна мидия не убегала.